по аэропорту Сингапура. Надо, вот нам надо в Варио попасть, забрать чемоданы. Все чистенько. Все в коврах. Его ковреешество везде. Везде все засыпано коврами. Просто какая-то красота. И даже люди есть тоже. Люди-ковры. Так, нам сейчас надо попасть в таможню, да? Человек с безумным взглядом на нас посмотрел и что-то подумал.